который потом переделал. Песня называется «Девушка-привидение». Раз по парку я бродил под луною, в разных девушках ища снисхождения. Тут, гляжу, бежит внезапно за мною то ли девушка, а то ли привидение. Я сперва решил, что девушка страстно познакомиться со мною хотела, но потом решил, что встреча опасна. Так вот топало, оно и сопело. Я тогда залез на дерево шустро, чтоб не чувствовать себя дурачиной. А пусть полазит теперь, чтоб ей пусто, то ли женщина, а то ли мужчина. Но проворство проявив неземное, со здоровкой у сержанта спецназа, тут на дерево полезла за мною то ли гадина, то ли просто зараза. Она прошла, как ледокол по пионерским прудам, вокруг себя цветы и травки давя. Я оглянулся посмотреть, не оглянулся ли она, чтоб посмотреть, не навернулся ли я. Слава Богу, что под ней обломилась по пути наверх какая-то ветка, и со страшным треском на землю свалилась то ли девушка, а то ли танкетка. Я бежал домой со скоростью дикой, так и не узнав, а чё ж это было. Если хочешь, сам найди-ка, пойди-ка то ли мамонта, а то ли крокодила. Она прошла, как бронепоезд по немецким тылам, вокруг себя цветы и травки давя. Я оглянулся посмотреть, не оглянулся ли она, чтоб посмотреть, не навернулся ли я. Чтоб посмотреть, не навернулся ли я. Чтоб посмотреть, остался кто-то в живых. А-а-а-а.